Всем привет, это мой влог. Сейчас мы едем в дом к моей сестре Ириане. И это будет влог о наших семейных выходных и как мы их проводим. Мы сейчас едем по дороге, мы уже забрали тетю Нелю. И сейчас мы уже совсем близко, и скоро будет обзор на дом. И да, простите, что я записываю озвучку. Скоро там следующие фрагменты будут с голосом. Вот мы уже в гостях, это вид из окна. И сейчас появится в кадре мой брат. Вот мои носочки и вот мой брат. Да. И вот смотрите, какой у них огромный телевизор. Не знаю зачем, но вот тут виды по камерам, так как должны еще приехать люди. Это у них кухня, она еще не достроена. Это еще один вид из окна. И мы сейчас пойдем, вот сейчас вот эта ванна, я ее показала мельком. И вот это спальня. И сейчас мы зайдем в детскую комнату. Там пока что спит Риана. Поэтому я, наверное, ничего не говорила. Вот. Сейчас вот это ее кровать. Мне мельком показала. А это немножко бардак. Но ничего страшного. Да. Вот я еще раз показываю не мельком. Это туалет, завешенный шторкой. Я его не открывала, потому что не знала, что там. Да. А это мой брат. Да, 36 сейчас градусов, обзор на брата. Да, это ванная, я уже показываю не мельком, потому что я еще немного сняла. Это зеркало, да, это прихожая, это мой брат что-то там делает, я даже не знаю, я уже забыла. Вот так вот выглядит, в общем-то, зал и кухня. Она там спала. Как же это не можем кусать? Посмотрите наверх. Нет, я вообще снимаю вас, вам норм? Мне все равно. А вот так вот, посмотри, потом увидишь все. Давай, давай, да, да, господи, где ты? Что тебе надо? Скажи уже. Я просто снимаю тебе, тебе норм? Норм. Да? Ты мне какая-то поставила маску? Да? Нет. А мама тебе. Теперь это Алик, двинься. Да куда двинься? Да в ту сторону, да. Красиво. Тут осьминог есть? Это вот это. Тут надо логически двинуть. Это очень сложный пазл. Угу. Соня, помахай ручкой. Соня. Я не фотку, я снимаю видео. Подожди, Соня, дай пять. Дай пять. Чего на тебя? Что на тебя хочет? Целовать? Целовать, что ли? Обнимать хочет? Да? Пока давайте обнимать хочет тебя, да? Папарацци? Тетя Юль, папарацци. Соня, 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 Соня. Дай пять. Видите, какая капризная. Соня, что пойдем, говорит? Я тебе коробочку одну волшебную покажу. Белая. Иди смотри. Вот это наружная часть дома. Это такая площадка. Вот это окно в спальню. Там вот, вот так вот выглядит это все. Там другой дом. Вот так вот. Уже солнце садится, поэтому как-то так.
Теперь я иду на соседнюю площадку смотреть, живой там, жилой там дом или нет. Да. Вот я дошла до дома, он оказался нежилой, как-то так, и теперь я иду в сторону дома. Ёлочка, вот это вот дети, Матвей, Риана, Алик. Вот, потеряли одного бойца. А вот уже взрослые. Я пошла домой. Ага, закрыли. Это я взяла кошку и притащила на диван, потому что она все время пряталась в том бардаке, который в соседней комнате. Я тебя собью, я тебя отвечаю. Что это? А? Там камни. Как закрыли. Когда влево, они идут вправо. А когда вправо... Это идет. Что? А еще? Вот они, видите? Они же пока их пустят домой. А мы их не впустим домой. А это древние аборигены. Как видите, они не приучены к жизни. Знаешь, смотри, я новый ведущий. Я тебе. Тихо. Меня прикалывает, когда этот мужик попробует достать айфон. Ну реально, зачем он туда полез? В твою жопу? Нет! Ай! Тут не все смешать, понял? Абориген! Как вы видите, мы гонимся за древним аборигеном! Попробуй догони, гей! Гей! Тут есть еще один абориген. Они спрятали свою пещеру. Ну и ладно. Привет. А это олененок. Я видео снимаю. Здорово. Вы видите, аборигены убегают от меня. Они убегают от папарацци. Они вылезли из ниоткуда. Вот это абориген. Самый главный больше абориген. Еще один абориген. Мы попытались задержать одного аборигена. Как вы видите, он не подвластен. Господи. Они вылезают отовсюду. Этот абориген тоже. Я попыталась пойти с ними на контакт, но они не выходят на контакт. Олененок в шоке. Аборигены не выходят с нами на контакт. Мы попытались выйти на самого малого аборигена на контакт. Вот. Дайте интервью. Интервью дайте. Тихо, Матвей. Видите, они не выходят на контакт. Дайте интервью. Дайте интервью. Интервью! Что вы скажете по этому поводу?
Блин! Дайте интервью! Интервью! Абригет! Интервью! Интервью! Соня в шоке! Ты серьезно, Соня в шоке! Конечно, скажи вам! Интервью! Абригет напал! Тетя Юрина, я напал один из абориген. Мы попытались задержать их. Мы застали нас целое время. Они разбегали сразу. Дайте интервью. Аборигены не хотят на интервью. Ой, кошмар, да? Ой, кошмар. Что вы скажете по этому поводу? Фонь, ты что скажешь по этому поводу? Снимите мне шапку сначала. Потом я, может быть... Соня... Племя аборигенов. Соня! Они под кроватью! Я их застала врасплох! Мы нашли их логово! Хватаем аборигены за ногу! Бежим! Аборигены! Я устал за ним бегать. Это что, машинка у тебя такая красивая? А Соня не плачет, когда они орут. Нет, она наоборот устала. Я что-то нас не догоняешь, какашка недоделанная. Я нашла всех аборигенов, теперь мне не нужны вы. Это ты вообще-то была? Смотри-ка, какая ты маленькая была. Ужас. Нет, хороший. Идем искать других аборигенов. Аборигены! Аборигены! Я устала за ними гоняться, поэтому я сяду под убежище, которое над ними. Вот так вот. Настя! Я открываю аборигена вот здесь вот. Настя! Настя! Мы на лиху! Мы на лиху, Настя! О, мои ушки! Боюсь! Мне стоит всего лишь ждать, как они начинают шугаться. Настенька! О, Соня пришла! Настенька! Давайте слезайте! Быстрей! Матвей! Саша! Лошара! Ты думаешь, меня это испугает? Короче. Быстрее, она будет нас догонять. Я устала. Да, ладно, я сейчас попью и пойду глохо кусок. Я очень... Я устала, и поэтому я пойду пить что-нибудь. А вот здесь вот Соня. На полу здесь смотри. Надо аккуратно идти, потому что не стакан вон там. Я тебе налью. Пиво наливай! Успокойся, пиво кусок. Настенька, а ты что делаешь? Компот пьет. Они что там делают? Они? Да. Их не пускают домой, поэтому они тусуются здесь.
Дайте я попью. За ваше здоровье. Мы тебя закрываем. Это Юль. Игрушка для кошек, а играет Соня. Да, мне очень нравится. Игрушка для котов, а играет Соня. Она даже не понимает, что это. Она просто ей махает. Замолчи. Как Лили. Да кринил. Это водяная бомба. Олег, уйди, дай мне попить воды. Мне стоит всего лишь встать. А я уже шугар. Да. Матвей кидается мармеладками. Тетя Юля, Матвей кидается мармеладками. Матвей, ты что делаешь? С ума сошел? Мармелады сейчас все уберу тогда. Покупать больше не буду. Догони, нас догони. 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 Ну все. Матвей. Нельзя кидаться. Да, блядь! Матвей! Ты дебил! Кто тебя вообще дал мармелад? Иди отсюда! Иди отсюда! Я тебе сейчас уже! Кто это у нас здесь? А кто это у нас здесь? Догони! Соня у нас, да? Догони! Я сейчас... Соня у нас здесь! Пошли, пошли! Пошли, Соня! Тихо, дай я Соню уведу. Пошли, кстати, Юля. Пошли, пошли, пошли. О, смотри, что у меня есть, Соня. Соня, Соня, Соня. Матвей. Соня, 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 Соня. Смотри, что у меня есть. Смотри. Держи. Но я не буду вас просто догонять, они просто залезли, ну типа тупили. Не пали меня! Матвей! Давайте играть в прятки! Все, прятки, прятки! Я... Где мне считать? Там. Там? А, нет, в туалете, в том коне. Вот тут? Да, я буду тут считать. До 10. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Кто не спрятался, я иду искать. Где? Да блин. Даже Матвей лучше себя. Ладно, давайте. Кто будет у нас сейчас искать? Это первая уж она заметила. На. Дай. Вот Сара. Давай. Я рыгнул в камеру. Дай, встань. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Кто не спрятался, я не виноват. Матвей нашелся. А, как интересно! Ничего, то, что ты нас... Все. А где Настя сейчас? Я знаю, где она. Ты что, спрятался, где кошка? И удобно? А как мне вылезть теперь? Матвей, я не дам камеру, надержу тебе. Нет, дай мне эту игрушку ее. Включи свет мне, пожалуйста, я не могу вылезть. Включи свет, реально, я пока что игрушку. Я просто хочу прогнать отсюда кошку, чтобы она меня не расторапала. Я говорю, спрятала вот здесь, здесь кошка. Я жуть вспотела. Давай. Это она хапит? На, иди отсюда. Блять, я не буду отсюда идти.
Мяу! Иди нафиг. А как мне отсюда вылезть? Вот. Я знаю, она меня расцарапает нафиг. На, возьми телефон, пожалуйста. Она что-то... Я ухожу отсюда, мне страшно. Снимай, спасибо. Ряна, как... Да почему у вас нет? Ряна, пожалуйста. Ряна, снимай мне, пожалуйста. Никто не снимает. Я вылезаю. Я вылезла. А злой кот? Кошар? Все, дай мне, пожалуйста. А есть мультик? Три кота кошары. Кошары, да? А где? Где это? Здесь мы выключили свет. Я вышла, я жива, мне это уже радует. Ты сегодня знаешь, куда я забралась? Там, где кошка прячется. Я ничего не уронила. Так. Я буду снимать своими видео, задолбал уже. Я блогер. Нет, дорогу педагогу. Хобби, ты как блогер. Ну все равно не надо. Все, пусть она. Все, пусть она тут стоит. Это все равно комната. Все, идите. Вы должны мне еще раскрутить какашку. Давайте. Все? Я хочу погулять, сейчас там ночь. Очень даже круто. Олег, я собираюсь. И я сейчас иду гулять. Ты не мог, моя смог. Так, как? Сейчас мы... Все, я оделась.
и иду. Тут лампочка. Здрасте. Здорово. Нас снимают. Да. Вы будете в влоге. Не надо. Надо. Мы, короче, пришли. Смотрите, какая там красота. Красиво. Сейчас включим вспышку. Вы видите, тут уже все очень темно. Воняет гнилью. Там что-то светит. Тут уже все стало темно. Я включу вспышку и иду снимать. Так как мне днем было здесь неинтересно, а сейчас темнело, мне интересно. Такая коза. Да. Сейчас мы пойдем, и я вам покажу, что вообще происходит дома изнутри. А еще... Трэш. Ой, там пацаны. Мы сейчас пойдем. Как вы видите, вот здесь вот бесится Риана. Тихо. Она меня заметила. Ну, смотри. Отбежи, я ловить тебя. Отбежу. От погони. Все, Юля, они меня заметили. Нет, а мы не знаем, как. Бежим смотреть дальше. Нам надо постучать в окно, чтобы они меня заметили. Вот здесь вот туалет. Да, я дышать не могу. Солнце. Если честно, мне очень кайфово. Это как бы ночью снимается. Ой. Он аборигенчики! Аборигенчики! Идем нафиг! Бежим! Аборигены вышли из зоны обитания! Они оттуда. Они открывали, но закрыли дверь. Идем дальше. К аборигенам. Вот здесь вот камера наблюдения. Давайте им посветим, господи. Вот здесь тоже аборигены. Вон там они. А вот это Соня. Да. Абориген ползет. Это Матвей или Аля? А это Матвей. Ой, абориген вышел. А Бобус. Господи, ой, я приблизила. Я дышаться не могу. Уже ночь. Тетя Юля, расскажите, как вам влог? Влог? Влог. 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 Влог это видео о жизни. Мое. Она да. Выкладывает. Да. Это будет одно длинное видео. Что? Абориген. У меня фонарик. Абориген. Да нас теперь должны догонять. Что вы понимали? Я сейчас гуляю. Здесь типа вообще темно. Я хочу прийти там к домам. За мной не идти. Алик, это одиночный влог.
Я хочу подальше отойти. Аборигены все же идут. Тогда рядом со мной идите аккуратно только. Вот видите, я свечу фонариком. Это одиночный влог так-то. Но ко мне присосались вот эти два аборигена. А как мы вернемся? Обычно. Короче, как видите, это тоже. Возвращаемся. Аборигены, оставайся. Я смотрю, я какие-то буду. Все, идите, я хочу одна прогуляться. Я хочу одна сходить туда. Аборигены, оставайтесь здесь. Сторону, так как это мне интересно стало, но мне не интересно. Вот я еще появился. Идем. Главное, что меня не заметили и спалили. Это очень главное, потому что не можно идти. Вот это не купленное. А они все поворот. Абориген везде шляется за мной. Мы сейчас пойдем, будем снимать внутри. По-моему, мы уже сейчас уезжаем. Типа я не хочу уезжать. Здесь круто. Надо попросить родителей. Кстати, еще немного. Потому что ночью здесь реально круче, чем днем. Абориген! Хотя бы до утра типа остаться. Обычно так и остаются. Здравствуйте. Помахай ручкой. Все, я сейчас покажу. Соня, привет! Где Соня? Скажу. Потому что не хочу гулять. Все, я зашла. И теперь... Соня! Соня! Пошли! Пошли! Пошли, Соня! Нам не надо сюда, пошли! Нет, Соня, пошли! Пошли! Нам не надо! Тоже я! Не все, я! Они на улице! И вот мы уже едем домой. Да, вот как-то так. И я уже заканчиваю монтировать это видео, и я безумно рада, так как время 1:30 ночи. Жесть. Ну, ну вообще. Не было ведь? Ну, недавно. Нет, и самое главное, смотрите, какое ну, расстояние маленькое. Что вообще, эти косые палочки рисовали. Я говорю, сейчас уже, я не знаю, я говорю, что за образование. Давай. Всем ура! Да. И на этом мой влог заканчивается. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И тут до хера эхо.